Всем привет! Начинаем путешествие по Финляндии. Скульптура Томми Тойя «Bad Batman». Скульптура встречает, как правило, людей, которые прибыли на принцессе Марии или Анастасии в Хельсинки. Стоит она в порту Южной гавани, по-моему, называется. То есть не центральная гавань, а южная. Обычно там останавливается как раз принцесса Мария и Анастасия. Вот такая скульптура, похожая на писающего мальчика, но это далеко, конечно, не мальчик, это мужчина большой. И, конечно, он отличается от того забавного маленького мальчика, который стоит в Брюсселе. Это здоровый мужик, 9 метров высоты. Сколько весит, я уж нигде не нашел. Стоит с огромными глазами, отвернулся испуганно и делает свое дело. Вот. Ну, зачем она была сделана, скульптура, я не знаю. Но, по меньшей мере, это как бы интересно. Вы видите, какие глаза у него обалдевшие. Вот раньше она стояла в рыбной гавани, у базара, около колеса обозрения, но потом перенесли сюда. Вот, собственно говоря, и все. Вот одна из таких достопримечательностей Хельсинки. Посмотрите. Обалденные глаза. Называется Bad Batman. Плохой мальчик. Человек. Вот все. Всем пока. Всем привет. До свидания. Всего хорошего.